Назначение Руслана Аджба, экономиста по образованию, министром труда, занятости и социального обеспечения Абхазии, стало вполне закономерным, так как он знаком с работой в структуре изнутри, начинал свою трудовую деятельность именно здесь. Опыт и знания, накопленные им также за годы работы в Пенсионном фонде, в контрольно-ревизионном управлении Минфина, позволят Руслану Аджба решать задачи, которые стоят перед министерством, подчеркнул премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц, представляя коллективу нового министра. Необходимо в кратчайшие сроки завершить работу, связанную с упорядочением списков пенсионеров, которые не получают российскую пенсию. Вы знаете, что в соответствии с соглашением такие суммы к нам поступили, но они до сих пор остаются нераспределенными, и в этой связи нужно активизировать эту работу, наладить более четкое и оперативное взаимодействие с территориальными подразделениями, органами соцобеспечения. Мы должны понимать одно: те, с кем вы работаете, кто приходит в это ведомство, это наиболее незащищенные, уязвимые слои нашего населения. К сожалению, у нас остаются семьи, для которых пенсионные выплаты старшему поколению являются единственным источником доходов. И поэтому своевременные выплаты – это одна из самых главных задач. Зачастую у нас получается так, что когда у нас есть средства на наших счетах, но почему-то выплаты задерживаются. Вследствие чего это происходит? Почему все эти вопросы нужно будет новому руководителю вместе с опытной командой, которую я здесь вижу, решать? Премьер-министр поблагодарил за работу с Сурена Кирсиляном, при котором были подписаны ряд межправительственных соглашений о пенсионном обеспечении граждан России, проживающих в Абхазии. В свою очередь, Сурен Кирсилян отметил, что министерство и пенсионный фонд всегда плотно сотрудничали, и Руслану Аджба не придется вникать в суть проблем, так как он в курсе текущих дел. Я тоже хочу сказать пару слов и прежде всего поблагодарить коллектив, уважаемые коллеги, за ту работу, которую мы с вами провели. Здесь премьер-министр поставил четкие и ясные задачи. Я думаю, что квалификация, умение, знание, опыт наших работников позволит это сделать, особенно под руководством Руслана Тайховича. Руслан Аджба поблагодарил руководство Абхазии за доверие и выразил уверенность, что вместе с профессиональным коллективом министерства они добьются хороших результатов. Я понимаю всю ответственность. Знаю проблемы, которые существуют, и знаю коллектив. И я уверен, что с этим коллективом мы вместе добьемся хороших результатов. Спасибо. Руслан Таифович Аджба родился в селе Ачандара Гудаутского района в 1975 году. В 1992 окончил Ачандарскую среднюю школу. В 1999 году окончил экономический факультет Абхазского госуниверситета. Амрамич Басаида Гухава, Абхазское телевидение.